Всем привет! Сегодня 22 марта. Мы с Оксаной собрались и приехали в Сабурово. Будем собирать аммониты, если найдем. Ну и, естественно, белемниты. О чем мы вам обязательно покажем? Мы приехали в Москворечье. Здесь мы будем спускаться, я не знаю как. Вот эта вот церковь, на которой мы будем спускаться. Боюсь, что мы сейчас покатимся кубарем, потому что скользко. Но надеюсь, что все-таки ноги нас удержат. Мы немножко спустились. Смотрите, вон оттуда мы спускались. Вон оттуда. Вот церковь, от которой мы спускались. Нам еще спускаться очень много. Вы только посмотрите. Но мы придем к своей цели. Наберем себе аммонитов, белемнитов. И обязательно все вам покажем. Немножко я спустилась с Оксаной. Оксана прячется от камеры. Не хочет, чтобы я ее снимала. Не хочет. Не сегодня. Не сегодня, говорит. А спускаться еще очень много. Вы только посмотрите. Будем спускаться. Страшно, скользко, мокро. Но мы, нас это не остановит. Меня не готовила. За деревья держу. Это страшно. Перчатки. Ну, я сниму, Инга. А потом, я не знаю, лови меня там в воде уже. Я только кубарем. Ой. Собачка. Багир. Багир, штаны не наделал. Она возмущается, куда вы пошли? Ну не ругайся, не ругайся. Так, ты бегал, не укуси. На что только не пойдешь ради аммонита. В общем, потому что берег-то вот, там спуск вообще, там ледяной корка, и эта тропинка. Так, Инга, не ломай деревья, мне еще самой спускаться. Спустились, ну, мы все, к Москве-реке. Первое, что я здесь встретила, это вот такой вот прекрасный валун. Смотрите, он весь испещерен ползаниями, следами ползаний червей. Но это еще не все. Еще мы можем наблюдать вот такой вот прекрасный валун песчаника. Просто усеян, по-другому не скажешь, раковинами брахиопод и отпечатками брахиопод. Хоть весь его себе забирай. И потом всю следующую зиму препарируй себе на здоровье. Ну, мы здесь видим и не только окаменелые моллюски, раковины окаменелых моллюсков, но еще и раковины современных моллюсков. О, как здорово! Мне здесь очень нравится. Раковину, которую уже можно вполне забрать с собой. Смотрите, видите? Это обломок раковины аммонита с сохранившимся перламутром, который, как мы уже знаем, кальцифицированный. Поэтому от кошек его надо держать подальше, иначе слижут. Я нашла вот такой прекрасный образец халцедона. Смотрите, какая прелесть. Он весь натечный, весь такой агатистый. Несмотря на его громадный размер, для меня громадный, для моей коллекции, конечно, но я его заберу домой. Ну, какая красотенища. Вертлюжок, правда, без крючка. Здесь нашла. Заберу с собой. Так, и что я еще хотела показать? Очень много вот таких вот образцов с остатками окаменелых брахиопод. Такая красота. Вот еще один образец. Попробую его вытащить. Ой, какой он большой оказался. Думала, маленький. Вот. Причем это, по-моему, было отрезано для каких-то работ. И вот остаток просто выброшен. Смотрите, какой хорошенький окатанный кварчик.
Давайте его помоем с вами и посмотрим на него, чистенький. Вполне себе красивенький. Еще один окатанный кварчик хочу вам показать, найденный здесь. Какой красивенький. Забирать его не буду. Ну, кто-то, может быть, сюда придет, и кому-то он тоже попадется на глаза и будет больше нужен, чем мне. Снова обломочек белемнита. Ростра белемнита. Давайте заберем его, наверное. И вот что еще хочу посмотреть. По-моему, это кусочек лабрадорита. С синими глазами, синими-синими. Сейчас, подождите, посмотрите, помою. Какой он классненький. С этой стороны тоже глазик виден. Если его отполировать, он будет просто замечательно. Понятное дело, что это не местный камень. Он не отсюда. Это обрезки, которые сбрасывали в реку для того, чтобы укрепить берег. Но я его заберу домой обязательно. Вот такая красота. Вот такой образец я нашла. Не могу пока идентифицировать, что это. С одной стороны, вроде похоже на септу аммонита. Вот, с другой стороны, может быть, какая-то косточка. Если это косточка, то насколько она древняя, непонятно. Надо будет разбираться, надо будет идентифицировать и принимать решение, оставлять эту находку в своей коллекции. Первая находка юрского периода, которая мне здесь сегодня попалась, это вот такой вот образец фосфорита с отпечатками аммонита. Ну, тут еще и белемнитик врос, ростра белемнита. Вот такая красота. Еще окаменелости. Правда, не юрские. Вот, пожалуйста, обломочки раковин брахиопод. Вот еще обломочек. Такие находки нас здесь сегодня ждут. Целого ростра белемнита я еще не нашла. Зато, смотрите, что я здесь нашла. А это почти целый фрагмакон белемнита. Вот он как выглядит. Конусообразный конус у него. Кончик, правда, отломан. Вот. Ну ничего. И такое тоже меня очень сегодня порадовал. Вот такой вот обломочек ростра белемнита мне еще здесь попался. И еще один обломок фрагмакона. Замечательные еще находки. Еще один обломочек аммонита. В данном случае это, без сомнения, септа аммонита. О, мы видим, даже сохранился перламутр кальцифицированный. Вот такая хорошенькая, красивенькая септа. Так лучше видно. Слышите? Колокольный звон. Это церковь наверху. Вот. Окаменелое дерево пока не нашла. Зато нашла антрацит. Как мы помним, антрацит — это каменный уголь.
Вот так. Шли, мы шли по берегу. Чуть не сказала, море Москвы, реки. Думали, дойдем вон туда и еще дальше. Но не суждено, поскольку нам преградила дорогу вот такая вот заводь, не знаю, как ее назвать. Можно было, конечно, бы разуться и босиком пройти, но вода холодная, мы не рискнем. А сапоги резиновые мы с собой, к сожалению, не взяли. Пойдем обратно? Мне кажется, это первая на сегодня целая находка юрского периода. Сейчас посмотрим с вами. Все правильно. Это слепок внутренней раковины двухстворчатого моллюска. Как-нибудь так вот. Ага, вот видите? Это пригодились молоток и зубило. Сейчас я буду вот эту вот окаменевшую брахиоподу освобождать от лишней породы. Конечно, можно было бы ее полностью взять. Вот, поскольку мы тут видим и членики морской лилии, и иголки морского ежа. Вот, но очень тяжелый образец. Мне его будет очень тяжело тащить, поэтому я все-таки часть отчекряжу. За нами осталась Москва-река. Ну, высоко, конечно, высоко, скользко. Очень тяжелый подъем и не менее тяжелый спуск. Открытие сезона удалось. Мы уставшие, но довольные и счастливые собираемся домой. До новых встреч!